Пересечение границы между странами требует выполнения ряда таможенных процедур, доставки транспортного средства в пункт пропуска и представления необходимых документов в таможню. Раньше сотрудник таможни получал информацию о грузах, пересекающих границу, в момент их прибытия в пункт пропуска. Возможности электронного обмена информацией не использовались, и оформление документов занимало время. В 2015 году Государственная фискальная служба Украины и Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ввели в эксплуатацию Принекс – новую систему обмена предварительной информацией о грузах, перемещаемых через границу. Залог успешной работы системы – это современное оборудование, обученные сотрудники, специальное программное обеспечение. Теперь через центральные таможенные органы двух стран информация в электронном виде в режиме реального времени передается в пункт пропуска страны въезда до момента прибытия туда транспортного средства. Сотрудник таможни проверяет электронную информацию и документы, предоставленные грузоперевозчиком. При их соответствии дополнительная проверка груза не требуется. Система Принекс внедрена во всех пунктах пропуска на белорусско-украинской границе. Она обеспечивает повышение эффективности таможенного контроля, уменьшение риска таможенных правонарушений, прозрачность операций таможенного контроля, сокращение времени пересечения границы. Система Принекс была разработана при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект реализован Международной организацией по миграции на благо белорусского и украинского народов, таможенных органов Республики Беларусь и Украины, перевозчиков коммерческих грузов и водителей.